богиня войны. Радостный свой голос. Свидетель, вот и ты. Попробую найти укрытие. Это его алкивиад считает красивым. Передай Диону. Больше ничего не дам. Хочет говорить, пускай приходит сам. Я не по поводу долга. Так что тебе надо? Мне нужна твоя помощь. Точнее, не мне, одному человеку. То, что он не пришел сам, уже заставляет насторожиться. Тебе нужно подтвердить гражданство человека. Алкивиад сказал, что ты легко справишься. А, Алкивиад. Он настойчивый. И кому же я должен помочь? Его зовут Сафан. Сафан? Я его знаю. И не стану помогать.
А я не знаю. Расскажи, в чем дело. А, наемники. Всегда остаются в неведении. Он предал своих людей ради денег. Удел Сафана смерть, а не гражданство. А, не кори себя, ты не знал. Но теперь знаешь. Похоже, люди Диона придут к тебе забрать долг. Полагаю, деньги не помешают. Я... Ладно. Я все сделаю. Товары со всей Греции. Даже не верится, что спартанцы осаждали город. Не вздумай приближаться. Буду осторожен. Смотрю, Сократ тоже. Как и ты, он не может без меня. Трудностей не было? Нет, но его пришлось подтолкнуть. А, я опасался этого. Ты поступил верно. Готово. Хорошо. Я сообщу об этом Сафану. Плохие граждане вредят соседям, хорошие помогают, так? Но как понять, хороший это гражданин или нет, если мы не даем ему шанс? Люди могут измениться. Плохие – стать хорошими. Но ведь верно и обратное. Хороший человек тоже может стать плохим. Нам не угадать, что у человека на уме и как он поступит. Никак. Люди непредсказуемы, это я знаю. И это порой осложняет жизнь. Если ты прав, то остается либо верить, что люди склонны к добру, либо не давать таким, как Сафан, второй шанс. Отменяют ли хорошие поступки плохие, а плохие – хорошие? Поговорим об этом в другой раз. Хвала богам. Ха-ха-ха!
Славная лошадь, Сократ. Очень славная, здоровая, а еще краденая. Мне придется сообщить страже, Сократ. Ведь это долг гражданина, так? О, отлично! Но ты уверен, что не поторопился с выводом? Это шутка. Вопрос вот в чем. Есть ли в шутке доля правды, и изменишь ли ты мнение, услышав историю целиком? Что за история? Человек, который украл эту лошадь, здесь, неподалеку. Я еще думаю, как следует поступить, но хотел бы узнать твое мнение. И как мне принять решение? Ты волен решать сам, но сначала поговори с вором. Можно ли простить преступника? Занимательный вопрос. И где сейчас вор? Ждет у конюшни к юго-западу отсюда. Ты видел, как он крадет лошадь? Что мешает ему сбежать? Надежда оставить ее себе. Дело за тобой. Он все расскажет. Надеюсь, меня еще не заметили. Thank you.
Прошу, прошу! Это ты украл лошадь? Сократ послал меня к тебе. Сперва поймали, теперь еще и Мистий. Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Что-нибудь скажешь? Хозяин лошади не расстроится. У него их полно, а моя сдохла на той неделе. Были бы у меня деньги, я бы купил, конечно. Оставишь лошадь себе или продашь? Я должен кормить семью, и лошадь пригодится в хозяйстве. К тому же без нее далеко не уедешь. Другого выхода нет? Увы, я в тупике. Поверь, я стыжусь этой кражи. Почему ты выбрал именно эту лошадь? Ее было легче украсть. Других причин нету. Ну, и я не хотел брать лучшую. Благородный вор? Я украл не просто так. У меня не было выбора. Я узнал достаточно, чтобы сделать выбор. Прошу, не суди строго. Ради семьи ты поступил бы так же.
Ты решил, что должен сделать? Если вору лошадь нужнее, пусть оставит ее себе. Это справедливо. Ты полагаешь, что преступника можно наказать или наградить в зависимости от обстоятельств? Весьма занятно, но такой ход мыслей может быть опасен. Интересно, мое решение вообще что-то значит? Или ты просто проверял, как я поступлю? Возможно, и то, и другое, а возможно, ни то, ни другое. Ты нарочно путаешь меня. Ответь на один вопрос. Если человек убивает другого, чтобы спасти многих, это справедливо? Или его нужно покарать? Если намерения были благие, значит, он прав. Значит, в такие времена суд вершат люди вроде нас. Многие скажут, что убийца должен быть наказан. Те, кого он спас, не согласятся с этим. Тогда решения, которые направлены на благо людей, правильны. Согласен? Может, хватит? Нет времени болтать. Само собой, это непозволительная роскошь. А те, у кого есть время, нередко страдают от недостатка ума. Да-да. Thank you.
Давай, вперед! Разозлишь меня, я тебя убью и получу награду. Он там! Oh.
Thank you.
Чего изволишь? Спрашивай, если что-то нужно. И снова день. Теперь на порку приглашают зевак? Новый способ унижения. Но я не смотрел. Лишь проходил мимо. Я человек, заплативший за свободу, но оставшийся рабом. Так бывает? Хозяин назначил цену. И со временем я собрал нужную сумму. Я отдал ему деньги. А он говорит, что договора не было. Так нельзя. Я поговорю с ним. Правда? Поговоришь? Я Фаэдон. Не знаю, кто ты, но тебя точно послали боги. Они услышали меня. Верно. Ты заслужил их помощь. Ты не такой, как все. Я чувствую. Пожалуй, ты прав. Пусть так. Спасибо тебе. Мой хозяин у Серебряного рудника присматривает за другими рабами.
Скажи, ты всю жизнь был рабом? С юности. Я родился не в том месте и не в той семье. Меня не раз продавали. И ты смог купить свободу только сейчас? Скорее, нашел хозяина, который согласился на это. Зря я ему поверил. Меня лишили последней надежды. Тебя часто наказывают? Слишком часто. Что ты сделал? Не знаю точно. Может, медленно работал, не так глянул, попросил воды. Или он сделал это ради потехи. Не знаю, сколько я выдержу. Я поговорю с твоим хозяином. Едва ли он прислушается. Ему придется. Ты силен. Если ищешь работу, я мог бы сделать тебя надзирателем. У меня есть работа. Я тут из-за раба, Фаидона. Я не знаю их имен. Не трать мое время. Я тут вообще случайно. Это я трачу время. Ха! Давно со мной не говорили в подобном тоне. Продолжай, ты забавляешь меня. Фаидон заплатил тебе. Отпусти его. Не помню такого. Но я сегодня добрый. Окажи мне услугу, и я освобожу его. Какую? Нужно убить одну женщину. Ее семья останется без кормилицы. Но так пожелал культ космоса. Так ты член культа? Если так, тогда ты знаешь, кто я. Ты умнее, чем о тебе говорят, хозяин орла. Может, мне проще убить тебя? Проще. Но если я умру, раба не спасти. Ведь только я знаю, где его бумаги. Зачем культу ее смерть? О, извини. Не знал, что должен отчитываться. Нет, не должен. Тебе не впервой нарушать обещания. Не советую делать так в этот раз. Оглянись. У меня полно рабов. В обмен на помощь можно пожертвовать одним. Не часто члены культа раскрывают себя. Ты ничего мне не сделаешь, если хочешь помочь этому... Как его? Что делает происходящее забавным, согласись. Мне пора идти. Убивать или нет, твой выбор. Но если не убьешь... Твой дружок останется рабом. Свобода одного, гибель другого. Алексиус, случай снова свел нас? Это точно был случай. А, сегодня ты хочешь поговорить о судьбе? Нет, не очень. Славно, у меня есть другая тема. Аттика огромна, но судьба все сталкивает нас. А, ты настаиваешь на беседе о судьбе. Это не спасет тебя от моих вопросов. Что ты успел услышать? О, все. Ты стоишь перед трудным выбором, это ясно. Сколько стоит свобода человека? Может ли одна жизнь быть ценнее другой? Люди ничем не отличаются друг от друга. Все мы дышим одинаково. Но равно ли твое дыхание моему? Ты не согласен, что дыхание Перикла куда важнее дыхания преступника? Разумеется, Перикл может сделать больше, чем вор. Получается, люди все-таки не равны. Ты передумал, а значит, вопрос неоднозначен.
С меня достаточно. Что ж, ладно, знаю, ты устал, у тебя много дел. Да, это про меня. Ступай. Говорить с тобой всегда большая честь для меня. Взаимно, Сократ. В чем дело? Я не стану убивать, чтобы ты сделал то, что должен был сделать и так. Что ж, ее убьет кто-то другой, а Файдон останется рабом. И я щедро награжу его за то, что потратил столько времени. Может, стоит залечь на дно? Не стоило лезть в бой. Если сегодня крестьянин украл фрукт, а завтра отдаст часть урожая бедным, кто решит, добр ли он, а? Да благословят тебя боги! Сюда, босс!
Сдавайся уже! Одни наемники. Ничто не укроется от космоса.